это Краснодарский край. Ребята, ей, сух! Главное правильное окончание произнести. Вот, мы приехали на заказ, причем срочный заказ, буквально пару часов назад нам позвонили. Сказали, имениннице 50 годиков, надо, ребят, срочно. От Краснодара 107 километров, если быть точным. И мы уже практически рядышком. Так что сейчас будем зажигать, поздравлять, дарить эмоции, позитив. А ты не выключай, смотри, что будет дальше. В общем, что, далеко мы ехали, 100 километров с чем-то. Хотели, да, хотели панду в красных труселях. Смотрите, в общем, у нас только такой костюм. Вы точно того вызвали? Нет, это не того. Это значит, вот что значит на Авито заказывать, не у правителя. Да, на Авито аккуратнее будь. Да ладно, сейчас все будет нормально. Так, отворачиваемся. Все. Ну ты же не можешь, спалит все. Все спалит. Че, зажжем? Что, я сейчас заведусь? Пригинайся. Наклоняйся. Пылесос заработал. Держишь мою палец? Человек и пылесос. Я держу. За ваше нос. Лицо. За нос я держу. За щеку. Так, ну что, я так на то. Да, ну куда? Все, я спрятался. Присел. Давай. Покакать, да? Можете. Давай. Начинать. Можно вызывать? Можно. Всех? Всех. Пойдем. Чем больше, тем лучше. Вы дойдете вообще сначала? Пойдемте со мной, она будет с той стороны. Там да уже вот стоит, тебя спалили, выходи. Проходите. Я больше не открывается. Ну ладно. Давай, пару. Полез. Какой? Опа, здрасте. Куда ты пошел? Стой. Положила, что будет белый медведь. Ну, слышь, стал, как теперь пройти-то? А, как хотите, так проходите. А тут нету никого? Нет, никого. Проходите. Пошли. Стол. Фух. Сенечка, иди сюда. Что за жара такая, а? Вы не знаете этого человека? Нет, нет, нет. Я вас тоже впервые вижу. Ну, я думала, может, это родственник какой-то тайный. Конечно, родственник. Это вас именинница. Да. 20 лет прошло. Одета не это самое. Не это? Долго там? Не знаю. Кто? Кто там? А? Нет, не скажешь. Не скажешь. Сюрприз прячем. Будем смотреть, не? Ну что, начинаем? Пылесос, подсказка. Пылесос? Да. Пылесос вызываем? Знаете такую, не? Против? Вы знаете? Что, никаких догадок? Нет, пылесос. Ну ладно. А, шарики? Шарики, да, сейчас прилетит. Ой! Пропадаю я, пропадаю я. Но мало ли слезы, а иначе выпить. Глупые вопросы,
звезды на год взрослей. Ты сорвался с календаря, но не стоит грусти зря. Не зря в день рождения собираются все друзья. И чем больше друзей вокруг, тем положим сердце в стул. С днем рождения, успеха, радости, везения, любви, желаний, исполнения и миллион ночей в ней. Не налили сегодня, да? На праздник. Еще не жахнули, рановато да. Приехал. Ну, обнимашки будем делать? Не стесняйся. Класс. Но это еще не все. К сожалению, планировал раздеться, но тут есть. Поэтому надо выкручиваться из ситуации. Будет маленький подарочек лично от нас. Хочешь? Хочу. Надержи. Ну, я второй дойду. Хоть подарок можно угадать, не? Нет, не могу. Я отойду, а то вдруг шандарах. Да так далеко можешь не отходить. Да, жалкие волки. Аккуратненько. Открываем. Панга. Красный трусок. Труселёк. Все читать разучу. Трусы – это не сексуально. Опа. Ох ты. Кружечка от нашего YouTube-канала «Панда в красных труселях». Подписались, нет? Спасибо. Нет. Нет? Какая милая. Будешь теперь меня по утрам вспоминать. Спасибо. Пожалуйста. Ну, а теперь фото на память погнать. Кто хочет такую же кружечку, пишите в поиске на Алита «Панда в красных труселях». А ушко почешешь мне? Он стесняется, так видишь? Почеши мне ушко! А еще! О, спасибо! Класс! Ну, а хвост поймаешь мой? Озорной хвостик. Ну-ка! Лови! Все! Молодец! Давай, Китюль! Да, нет, да, нет. Оп, молодец.
Ну что, будем прощаться? Да. Да? Да. Ну давайте все вместе, обнимашечки. Да. Да, не боись. Класс, с днем рождения, именинница. Спасибо. Счастья, здоровья, позитивчика. Ну и крутого вам вечерочка. Спасибо. Чтобы компотик ужаснули обязательно. Все, пока. Пока. У него там этот вентилятор работает. Спасибо. Ты пошел, не? Спустился. Куда пошел? Все. Казалось, гости все не пьющие. Вот. Но настроение получилось поднять. Поэтому нас и заказали, чтобы как-то разбавить обстановку, поздравить именинницу. Вот. В общем, получилось круто. Надеюсь, что они еще к нам обратятся. А если ты хочешь заказать по Краснодарскому краю или в Краснодаре, обязательно пиши, звони. Все контакты указаны в шапке профиля. Ребят, в шапке профиля заходите, там все есть. Бейсук называется. Бейсук. Поселок. Бейсук. А мы поехали в Краснодар.